к метро Академика Павла, Харьков, попал снаряд в дом, в дверь, прямо в дверь, вот что от двери осталось. О, ручку Андрея нашел, видишь? А, да, так вот ребята обстреливают жилые дома. Это церковь Святая Троица, христианский дом, разбиты все окна с этой стороны почти. Продолжается обстрел на той стороне, горят какие-то дома тоже, на монтаж там.